Здесь у меня заготовлена такая очень пафосная большая речь. Я думаю, что, может быть, я ее не буду это зачитывать. Но скажу, что вот на данный семинар, который мы инициировали, и который мы проводим уже с ноября 2015 года, вот. Я думаю, что он очень полезный, потому что у нас в Казанском университете мы наработали определенный опыт, методом проб и ошибок. Скажем так, не все там у нас получалось, но кое-что получилось, и мы как бы вот попытались вместе с коллегами еще обсуждали все это, как-то это обобщить, ну, скажем, как вот сейчас модно говорить, лучшие практики набора иностранных студентов, как бы чтобы были какие-то универсальные, скажем, какой-то универсальная какая-то парадигма или алгоритм работы. Ну и, безусловно, все равно в каждом университете есть свои уникалии, вот, и эти уникалии тоже как использовать. Вот данный семинар у нас будет завершающим семинаром, вот, но это не означает, что мы, конечно, не будем по телефону обмениваться информацией, так, при встречах. Вот, мы всегда открыты, всегда, кстати, находим какие-то очень интересные мысли, когда начинаем общаться с коллегами. Совершенно, то есть, такая третья мысль, которая до этого не возникала, именно как вот студентов привлекать. Мы привлекаем студентов не для того, чтобы они просто сюда приехали, а потом зарегистрировались, а потом, как бы, это, что они хотят, то и делают. Нет, мы с ними, у нас есть система работы, система адаптации, психологическая работа со студентами. Вот это все очень интересно, и, конечно, вот я думаю, что вот эти дни, которые мы здесь будем находиться и общаться, мы как бы, может быть, еще что-то выработаем, еще какие-то интересные мысли. Ну, я хочу слово передать Кораблёву Алексею Владимировичу для приветствия. Это представитель Центра социологических исследований, социоцентр, который вот один из инициаторов, собственно, вот данного проекта. Ну, я постараюсь быть кратким. В принципе, все основное уже сказали. Данный проект направлен именно на распространение лучших практик. Следовательно, предполагает активное участие, передачу и обмен опытом, некоторым образом мозговой штурм. Мероприятие наше состоит из двух частей. Первый – это семинар, рассказ о том, что было сделано, и рассказ о той методике, которая была создана. Второй – это тренинг. Я очень надеюсь на то, что данная работа не прекратится с окончанием формальной части проекта, и обмен опытом и формирование каких-то оригинальных новых подходов продолжится. Очень надеюсь на активное участие, тем более, что здесь довольно-таки много собралось коллег, на активное участие в данных мероприятиях, в том числе на открытое обсуждение, неформальное, может быть, на появление и зарождение каких-то новых мыслей, новых идей. Поэтому рад, что все здесь сегодня так представительно, и желаю всем очень хорошо провести эти два дня, плодотворно, творчески, большой пользой для себя и для университета. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще хотел этот вот такой пункт, который для нас становится очень актуальным, на который я хотел бы, чтобы мы как-то его обсудили. Вот такая возникла у нас проблема, не только у нас, а в других университетах, когда, значит, студенты, представители стран Ближнего Востока, к сожалению, есть ряд таких вот случаев, когда пытаются воспользоваться приглашениями, значит, визами, и потом или вообще не доезжают до университета, или потом просто из университета исчезают. Да, и вот эта вот проблема, она у нас на самом деле уже такой становится заразой такой, которую нам нужно что-то тоже, если есть какие-то вот идеи, как это делать, чтобы это дело прижигать, скажем, сразу в самом начале, вот было бы хорошо, если тоже это прозвучит. Вот у нас. Потому что боюсь, что это будет приобретать в какое-то время такой острый характер.